Новый этап жизни Нижегородского кадетского корпуса. 1 сентября будущие офицеры отметили в уже отремонтированном здании. Часть объектов кадетского корпуса были тщательно реконструированы. Отремонтированы автодром, стадион, ФОК, полосы препятствий. Здесь с учениками 10-11 классов будут проводиться тренировки. Поздравить кадет, их родителей и преподавателей с этим знаменательным событием приехал полномочный представитель президента в Приволжском федеральном округе Михаил Бабич. Кадетский корпус в Нижнем Новгороде стал пятым в проекте кадетства. В рамках него уже были созданы корпуса в Татарстане, Башкирии, Перми и Удмуртии. Меньше месяца назад 6-й кадетский корпус был заложен в Чебоксарах. Конкурс растет, доходит сейчас до 8 человек. На место в кадетский корпус, это образование очень востребовано. И мы, конечно, и дальше будем продолжать и создавать материально-техническую базу, и создавать стимулы для педагогов, для того, чтобы они самообразовывались, для того, чтобы они тоже расширяли свой кругозор, свои знания, для того, чтобы самые передовые знания они вкладывали в наших ребят. Ну и, конечно, военно-патриотическая работа. На сегодняшний день в Приволжском федеральном округе в кадетских корпусах учатся порядка 2500 человек. Анна Тищенко, новости Ульяновской правды.